Ну, честно говоря, матч понравился. На мой взгляд, мы провели, наверное, лучшую игру в этом году. Вот. И а так по накалу, по динамике игра получилась довольно-таки интересная для болельщиков. Единственное, что, конечно, голов сегодня не было. Вот. А так, по большому счету, мы играли с преимуществом и в первом тайме, и во втором, когда тем более уже стали в большинстве играть. Конечно, нам в концовочке не хватает завершающей стадии атаки. Последней передачи, завершение оставляет желать лучшего, вот распорядиться мячом. А так, хороший матч провели. В обороне очень уверенно сыграли, очень уверенно. В принципе, сопернику не дали ничего сделать. Единственное, что нагнетание только было со стандартов в первом тайме. А так справились. Чем-то «Факел» сегодня вас удивил? Да я бы не сказал, что удивил. Хорошая команда. Новый тренер пришел. Видно было, что последняя игра была на эмоциях. То есть, да, не заладилось поначалу, с самого начала сезона, так же, как и у нас. Но потихонечку, я думаю, исправлять будете ситуацию.